прошлом году мы, наша российская пшеница несколько раз стучалась, так скажем, снизу, пыталась пробить условный потолок $300 на Фобина в российский, и это не получилось. А в этом году мы думаем, что ситуация немножко другая, и есть высокая вероятность, что все-таки наши цены по, так сказать, течению сезона они уйдут вверх туда за $300, потому что и самих долларов у нас очень много в мире, гораздо больше, чем в прошлом году, и урожай похуже выглядит, чем это было в прошлом сезоне. Другое дело, что параллельно у нас будет расти экспортная пошлина, и поэтому на внутреннем рынке вот эта ситуация, она будет, так сказать, снята в значительной мере, потому что пошлина, она значительную часть вот этого роста на мировом рынке, она съест. Поэтому резкого роста цен на внутреннем рынке мы, пожалуй, что не видим, потому что пошлина съедает 70%, как известно, того, что прибавляется на ФОБе. Можно ли прогнозировать на внутреннем рынке ценовые пики? Ну, это достаточно сложно, потому что мы не знаем параметров экспортной квоты, которая будет действовать во второй половине сезона. Мы не знаем, как будет, насколько подскочит мировой рынок. Поэтому сейчас сказать что-либо внятное на эту тему достаточно сложно, но я думаю, что нужно идти спокойно по сезону. Вот у нас сейчас некоторое время назад был некий ценовой пик, о котором имело, наверное, смысл продать. Сейчас уже вот немножко поздновато, но нужно теперь ждать, наверное, другого ценового пика, на котором нужно будет снова, так сказать, часть урожая продать, если он еще не продан. И вот так двигаться от одного микропика к другому.